Андрей Титков. Начинаем с ним. Мы погасили свет, принялись пить и болтать обо всем. Напротив нас на стене зажегся неоновый конь кинотеатра «Весна». И он полетел, а мы целовались трепетно, трепетно так. Дышали и знали, что мы никогда не умрем. Чуть позже мы вместе легли в постели, и нас заливал неоновый свет. Под красным крылатым конем разливалась ночь. И лица краснели, и лица белели 7 раз, 14 раз, 7 раз, 14 раз. Взмах крыльев, неоновый конь все летал и летал. И так миновала одна из наших ночей, одна из лучших, лучших ночей. Красные, крылатые, неоновый конь.